Включи когда? Да, уже? Шалом всем. Слава Иисусу Христу. Слава навеки Богу Святому. Может поближе подойти, а то будет звук. Здесь шум такой, это Невский проспект. И сейчас уже время обед, и народу стало очень много. С утра было хорошо, не людно совсем. Вот сзади меня вы видите храм на крови, так называемый, Спас на крови. На этом месте убили одного из царей русских, Александра II, императора. И на этом же месте соорудили как бы храм-памятник. Вообще, конечно, красив Петербург. И даже, вот, казалось бы, такая печальная история, как вот смерть императора, она стала, ну, как бы, одним из шедевров, жемчужин Санкт-Петербурга. Этот город, он очень необычен, конечно, во многом, во всех отношениях, наверное, очень необычен. Вот, и этот город изначально он и рожден как столица России. Таковой он и остается, по сути, до сего дня. Хотя при большевиках снова сделали Москву столицей, но, в принципе, все эти, на протяжении всего 20-го столетия этого, Петербург сохранил столичные амбиции, столичный дух. На удивление, конечно, это все. Большое удивление, но его так называют северной столицей или же второй столицей. И здесь, на берегах Невы, такая оживленная жизнь кипит. Люблю Петра творения. Я думаю, что вот люди приезжают отсюда с разных стран мира, просто удивляются не только красоте, но и соприкасаются с этим духом свободного города. Пусть Бог благословит всех вас, благословений. Молитесь о духовном пробуждении Санкт-Петербурга, всего области и всего северо-запада России. Вот прямо передо мной сейчас Казанский собор, бывший музей, религия, атеизм. Сейчас он снова действующий храм. И вот здесь по Невскому прогуливаемся в эти дни туда-сюда. Но лучше всего, конечно, с утра прогуливаться, потому что с утра меньше всего людей и удобнее. Ну ладно. Благословения всем вам.